Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег. И сегодня я начинаю новую рубрику «Обзор аддонов» или также модов на Гаррис Мод 13. Первый мой аддон, который я скачал, будет таков. Бомбы. Вот эти бомбы. Вейпонс. Где-то дальше. Эскарс. Вот это и вот. Или нет? Да, вот они, эти штуки. И мы будем каждую обозревать. Точнее, я буду. И первое. А нормально. Сильно даже. Вторая. Уже чуть-чуть побольше. Надо уже ее подальше. И побыстрее убежать. Тоже сильновато. И вообще круто. Дальше уже такая большая бомба. И я думаю, от нее лучше подальше убежать. Ну, да. Капец, а не бомба. Еще какая-то синяя штука. Синий огонь. А, Ерор. Ну, это малюсенькая бомбочка. Она ничего не сделает. Да, она даже... Круче, чем петарда в реале. Ну, это что такое? Ракета. Ну, это может быть еще, да, сильно. Валим. Ну, хотя, не знаю. Это у нас C4, да? Как ей пользоваться? Так, ну вот, допустим. Я ее опять кидаю. И она взорвется. Нет, ее надо обязательно обстреливать. Я лучше подальше отойду. Да вдруг она еще бомбанет сильно. Не попал. Тоже не попал. Давай третий раз. Тоже не попал. Опа. Попал. Так, скэн. Ну это что? Баночка? Ну, баночка. Я представил, такая баночка. Ерор. А, это что? Бочка обычная. Я уж подальше. Ни хрена себе. Офигеть. Еще и огонь. Крутая бомба. Фэтмен. Фэтмен. Лучше подальше отойти, мне кажется. И лучше ее подстрелить. А, уже нет. Я хочу заново на это посмотреть. И подальше убежать. Ух ты. Прикольно. Уже подальше убежать и чтобы сдалека посмотреть. Буду пользоваться я арбалетом. Я ее не вижу. Теперь вижу. У нее будет легко попасть. Наверное. Йоу. Ни хрена себе. Чуть не оглох реально. Такой звук. И появляется вот такая вот штука. Прикольно. Дальше что у нас за бомба? Оу. Ну, она тоже большая, так что лучше ее подальше. Что? Мамочки, я боюсь этой бомбы. Охренеть. Я хочу ее заново взорвать и посмотреть, как это красиво. Так, подальше уже надо отлететь, и мы уже разглядим. Че, как тут будет? И я попаду, нет. Ох ты. Красиво. Очень красиво. И вау. Жалко, что таких сейчас салютов нет у Гаррис Моди. Так, теперь вот это. Баллончик. Маленький.
сука, я в него даже попасть не могу. Давай. О. Ну да. Слабенький взрыв, но прикольно все равно. Ну, это понятно, что будет сильно. Я боюсь этой бомбы. А вдруг у меня сейчас Гаррис мод крашнется? И напоследок я сделаю супер взрыв. Это будет, не знаю, много каких-нибудь самых сильных бомб. Ни хрена. Красиво. Дым так падает. Что? А какого хрена она взорвалась прямо сейчас? А. Её никто не просил взрываться прямо сейчас. Да. Он давно издевается? Да. Охрененно. Теперь надо быть поосторожнее. Эту бомбу я больше не буду использовать. Хэдшилл. Это что? Это вот штучка? Чё она? Типа оси? На я. Да. А, это что такое? Давай. Ну, тоже прикольно. Сильно. Дальше, что это? Кажется, я эту буду бомбу использовать. Для последнего этого. Она, кажется, самая сильная будет. И вот. Лучше ее в конец карты поставить, потому что я не представляю, какой взрыв будет. Если что, эти... я боюсь ее ставить. Если что, эти бомбы еще не это... Сам не пробовал. Я только этот мод скачал. И сам улетаю в другой конец карты и... Все. Думаю, нас не заденет. Ну, надо чуть-чуть повыше взять. Нет. Еще уж. Нет. Да. Прикольно. Круто. Опасно. Оу. Черный дым. Бля, они настолько громкие, что, блин. Коробочка. Взрывоопасная коробочка. О. Ну я думаю, вот сюда отлетим и все. И что? И что это было? Понятно. Все с этой бомбой понятно. Давай, ты теперь. А это та же самая. Давай. Нет. Зеленый дым. Радиоактивный. Мамочки. Ах, да. Сильные бомбы. И я теперь умираю по миллион раз. По 100 раз, окей. О, все, замечательно. О-о-о. Что-то стало тут непонятно. Ну, в принципе. Бомба ужас. Не в том, что она плохая, а в том, что сильная. О-о-о. Ну давай. Ядерная бомба. Бомби. До меня даже дошло. Охренеть вообще. Это взрывная волна вообще. Сильно. Сильно. Моб. Йоу. Это, наверное, будет самое сильное. Я лучше ее подальше это поставлю, потому что она на вид уже выглядит страшно. И сам подальше отлечу. Ни хрена себе. Тоже сильно. Прикольно. И опасно. Это что такое?
Ну, это далеко не надо отлетать. А это что? Ерор. Пластик. Тоже ерор. Бочка воды. Взрывной воды. Которая нифига не взорвалась. И где она теперь? Так, повыше надо взять и давай. Воду из пистолета. Нет. Ну, из этого тем более. Давай. Нет. Ну ладно. Вторая используем мой любимый арбалет, которым я легко попаду. И все. И тогда какого хрена я так далеко отлетал, если она еле-еле взорвалась? Да. Очень страшно вообще. Вот это уже да, страшновато. Далеко отлетаю. Давай. Ни хрена. Тоже сильно. Ну, быстро закончилось, слава богу. О, фак. Вон она. Берись. Так, и вон туда, давай быстрее назад. Кому не сдох. Ух ты. Эффектно, эффектно. Да, эффектно, очень красиво и все. Капец. ТНТ. Ну, ну я думаю, ТНТ он будет слабым, надеюсь. Да, ну, господи. Опять приходится тратить стрел в моем арбалете. Ну да, это понятно, что он будет слабым. Тактика он найк. Под конец, как я сказал, сейчас буду ломать свой компьютер. И да. Ломать свой компьютер. Фак. Ну я уже знаю, какую бомбу возьму. Ту белую. Это что у нас? Йо! А может вот эту? Я даже не знаю, какую взять. И лучше я ее в угол карты, а не в конец. Потому что она, наверное, будет самой сильной. Давай, в угол карт. Может мне ее две поставить? Давайте две поставим, а? Потому что так хочется. Окей. Все, сейчас будет капец. Игре. Все, валю. Ух ты. Дым еще даже остался. Теперь мы сами бежим. Точнее, а, я отключил. Теперь мы летим к концу карты. Точнее, к углу карт. И фак. Я представляю, что сейчас будет. Ну, с арбалета я точно не попаду. И из других этих не попаду. Надо было мне динамит ставить. Да, я ничего не вижу. Фак, я ничего не вижу. Может, чуть повыше. Надо чуть-чуть подлететь тогда. О. И назад улететь быстрее. И... Фак. Тупой телефон. Ёкси-мокси. Ёбрасоты. Мне кажется, ли она не такая сильная? Да, ты кажется не такая сильная, как я думал. Да, ты не такая сильная. А я уже испугалась, что ты будешь самый сильный. Далеко отлетел. Ну, бочка. Что от нее ждать? Понятно, что ждать. Смерти. Слава богу, что... Все быстро закончилось, я ни хрена не вижу. И где я нахожусь вообще? Дым исчезни, плиз. Самоубийство. Давай. Опять ничего не вижу, опять самоубийство. Давай самоубийство. Суицид.
Опять ничего не вижу. О, все вижу. О, один дым. Я представляю, сколько бы я там еще стоял. Ни хрена себе. От какая у нас? Угу. Уранил. Что? Ну ты, наверное, так бомбанешь. Нет. Окей. Тарас, стрельнем сейчас вот так. И... норм. Вообще нормально. Вакуум бомб. Давай. О. Сильно. Давай. И теперь... где-то там белая бомбочка. Нет. Во. Сейчас будет капец игре. И моему компьютеру. И моей видеокарте тоже. Все, тут все. И... не донес. Это такая взрывная волна. Да я ж не выживу с ней. С этой бомбой. Представляете, что сейчас будет? О-хо-хо. Ну, штук так 5. Будет нормально. Теперь улетаем. Ну, я понимаю, что я сейчас, наверное, не сдохну. Точнее, наоборот, сдохну. Потому что, ну, блин, если до меня дошла та взрывная волна, то... и здесь и легко дойти, наверное. Хотя... эта бомба не такая уж и сильная. Вон, я ее вижу. Она реально меня может убить. И давай, летел. Ждем краша игры. И бомби. Нет? Не попал? Не попал. Еще раз. Попал, не попал. Тоже не попал. Понятно. Выше. О, кажется, сейчас попаду. И нет. Нет. Еще выше. Тоже не попал. Ниже. А, я слишком мало беру. Хрена себе. Выше. Гораздо выше. Слишком высоко. Тогда я не знаю, как в эту бомбу попасть вообще. А, ну у меня есть идея. Ракета, которой можно управлять. Ну-ну, лети. Допустим, что это сейчас ракета также так взорвется. И ты будешь взрываться? Ну, бомби. Или у меня все зависит? Нет. А, она уже взорвалась. Все, давай, бомби, не туда. Вот туда, все. Давай. Как же я долго мучаюсь с этими бомбами, а? И... что? О, господи, взрывайся, давай. А. Окей. Попал. Пистолета попал. Охренительно вообще. Надо было мне с пистолета стрелять, чем с всяких этих арбалетов, ракетниц и так далее. Просто один выстрел с пистолета и все. Так, ну все, на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.